Школьники 3-4 классов представили научные работы, созданные в рамках федеральной программы «Про энергию». Целый год маленькие ученые проводили исследования, использовали передовые технологии. Например, Вике из 20-го лицея удалось добыть электричество совсем необычным способом. Я зажигала лампочку, и она зажглась, когда я сделала цепь из фруктов и овощей при помощи цинкованной медной пластины. И вольтметра. Ее одноклассница тоже участвует в борьбе за сохранение здоровья и ресурсов планеты. Настя Николаева доказала вред от долгого зависания в смартфонах. Девочка в течение месяца проводила опасный эксперимент. Я очень часто сидела в телефоне, и мама мне постоянно делала замечания. Мне стало интересно, почему же мама делает мне замечания, и я решила сделать на этот проект. Я выяснила, что сотовый телефон, он понижает зрение, и из-за этого страдает иммунитет. Ученики 18 школ города и области приготовили свои версии идеального энергопотребления. Все они принесли с собой макеты электростанций и генераторов. Не обошлось и без красочных агитплакатов на тему природы. Кроме Ульяновска, в федеральной программе участвуют дети из Тюмени, Озерска и Нягани. Ульяновск в этом году был самым активным городом во всех проектах, во всех акциях, которые мы организовывали. И мы вели рейтинг в течение всего года. И компанией «Фортум» было принято решение подарить финальное мероприятие самому активному и самому лучшему городу. Все ребята, которые присутствуют на заключительной презентации, получат ценные призы. В следующем году «Проэнергию» стремится к новым высотам и охватит еще больше городов. Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.